Ничего себе. Опа. Да, походу пьяный поймал. Да. Что вы хотите? А? Что хотите? Ну вот смотрю, что делаете вы. А, смотрите. Угу. Так вы должны меня подойти и спросить по нашему новому законодательству. Серьезно? Да, серьезно. По нашему старому законодательству полицейский при обращении к гражданину представляется. Я, видите, чем занимаюсь? Вообще, ну вы же тогда не обращайтесь ко мне, что вы тогда? Стойте сюда, я... Занимайтесь. Занимайтесь. Лучше, походу. Как думаешь, что это за процедура проходит? Обыск, наверное. Обыск, да? Я тоже так думаю. Ой. Ну, хотя бы сказали, я бы улыбнулся. Я бы улыбнулся. Товарищ улыбнулся. Да, я улыбнулся, даже показал руку. А я не успел. За что тебя остановили? Р-58-65. Ну что, весело вам, ребят? Нам весело? Да, вам весело. Нам да. Очень. Мы на работе находимся. Вот к нам приходите. А где вы работаете? УВД Люберецкая. А вы, может, служите, а не работаете? А? Служите, может, не работаете. А вы что делаете? Ну, вы служите, у вас служба называется. Служба? Да, 009822. Да. Чего не представляемся-то? Кому? Второй раз. Мне, гражданин. Вы не спрашиваете. Слушайте, я не обязан спрашивать вас. А я вам не обязан подходить к каждому представляться. Обязаны. Каждому? Вы сейчас к нему догоню, сейчас у него ему представят. Смотрите. Вы ко мне обратились сейчас, да? Я к вам не обращался вообще. А что весело? Это что за разговор тогда? Обычный разговор. Обычный разговор. Ну вот при обычном разговоре вы должны представляться. Кому? Вы мне, спросите, мне, я мне. Представлюсь, я же говорю. Ну представьтесь. Старший лейтенант Фечин, Люберецкого УВД. Люберецкого УВД. А вот что это за процедура сейчас происходила с молодым человеком? Процедура? Да. Я не готов вам комментировать, что происходило. Просто не готовы. Ладно, хорошо. Видеозапись понятых вроде не проводились, да? Все правильно. Что это такое было? Все правильно. Человек не остановился по первому требованию, когда его остановили жезлом на дороге. Скрывался. А может, убьете его тогда? А вы в ПНД не состоите случайно? Нет. Ну просто смотрите, вы совершали эти незаконные действия в ответ на... сотрудников полиции, правильно я говорю? Что он сотрудник полиции? Вы где-нибудь состоите на учете, наверное, в ПНД и доматываетесь до сотрудников полиции, Доматываемся. Нет. Не доматываем. Можете, пожалуйста, нам работать. Всего вам доброго. Не работайте, а служите. С Новым годом и вас. Не остановился по первому требованию, все. Расстрел у нас, да, полагается за это дело? Ну, видишь. Без понятых можно обыскивать. Нет, могут обыск, да, без понятых. Либо под видеозапись, либо с понятыми, да. Что опять Люберец. Давно в Люберцах не был, слушай. А тут все веселее, веселее. Да, дома-то видишь за сотрудников полиции. Ну-ну. Звони, что ли, в телефон доверия. Где у нас телефон доверия? Ну, погоди, сейчас позвоним в телефон доверия. Скажем, что тут происходит. Здравствуйте, вот хотел бы сообщить о том, что я с товарищем стал свидетелем того, как сотрудники полиции проводят
обыск личный и досмотр транспортного средства без осуществления видеозаписи и понятых, без составления каких-либо документов процессуальных. Вот. Давайте оставим тогда жалобу на них. Не ГИБДД, а полиции. МВУ МВД Люберецкая на машине Роман 5865. 50-й, да. Остановили машину. Угу. Да, Люберецкая. Остановили машину, государственный номер М-244-НХ, Николай Харитон, 750 регион. Да, производить досмотр транспортного средства без присутствия понятых, составления материалов, документов и без видеозаписи проводимых. Все это зафиксировано на мою камеру. А также не представляются при обращении граждан. Да. И вот сейчас водителя зачем-то удерживают в патрульном автомобиле. Не знаю, что с ним будет делать. Без понятых обыскивали. Тебе помощь нужна какая? Ты трезвый? А что тебя остановили-то? Ну выйди пообщаться, пока ты ж не задержан. Там сзади, наверное, говорят. Ну сзади говорят, все, выйдешь, тебе да. Точно капец, да? Люберецкие они такие полицейские, да? Ними надо держать ухо востро. Там могут что-нибудь подкинуть еще. Ну да. Да тут дело даже не в том, что подкинуть, допустим. Ну вот они обыскивают сейчас транспортное средство, да, без понятых, без видеозаписи. Ну, мы видим, допустим, что-то. Допустим, они что-то находят, да? И как они вот это будут оформлять? Они будут вот с этого момента вызывать понятых, составили протокол? Ну, да нет, есть. Конечно. Так ну всегда так всегда есть, но это же незаконно, понимаешь? Конечно. Потому что любой суд его отменит. И что получается? Конечно. Получается незакон. Закон ну, это... Так, как вот если вот остановили, да, говорят, ну остановили его. Остановили другую машину понятых. Стали, да, вот, да, вот. Да. Либо видеозапись включить, да. Да и все. Сейчас можно действительно на все приборы. Просто вот так машину остановить. Я бы меня останавливали, я был понятых. Вот, да. Тем более, что ППС, а не ДПС. Если только человек подозревает в каком-то правонарушении, преступлении, можно остановить. О, ДПС, смотрите. Ольга 2163. А что не пристегнутые? Здравствуйте. Здравствуйте, а что не пристегнутые-то ездим? Полицейские. Я не пристегнут? Да. Я вам не показал. Ну... Как-то вы увидели, что я не пристегнут. А как, да вы, видите? А как вы видите? Да вы что? Я видел, я пристегнут был. Вы видели? Да, ну показалось, значит, показалось. Я вам объяснил. А, еще вот можно вас поинтересоваться? Еще, да, я предупреждаю да. Вас, что ведется видеозапись у меня. А, спасибо, да, вот, да, 38-й пункт административного регламента. Вот, такие. Во, спасибо, извините, спасибо. Извините, не отвлекайте меня, меня вот сотрудники вызвали. Хорошо, а не подскажете по какому поводу? Нет, я не имею нет. Права вам. Ну ладно, мы... Именно вам я не имею. Хорошо, права. Мы сами посмотрим. Сторонний человек. Спасибо, мы сами посмотрим. Остановились из-за того, что у вас скорость, а? Ну а что, нельзя было
все, проверили. Отделение доставить, да? Будете проверять? Все, выходите, молодой человек. Присаживайтесь, пожалуйста. Скажи, пистолет, ничего у вас нет с собой? Интересно, интересно. Че, у нас застраховочку у нас доставляют в отделение, что ли? Или они сейчас ему выпишут? Давай посмотрим, либо они его сейчас увезут, либо выпишут, так? Ну, по идее, 700 рублей, да и все. Да и до свидания. 800 рублей? Посмотрим. Так у тебя страховки не было всего-то? Да. А что они тебя отошмонали? Не знаю. Понятно, понятно. Все дела от страховочки не было. Интересно, как они определили, что у него страховки нет? Страховку искали, наверное, да? Обыск делают. Все, уезжают. Когда за ним там. Между ними, между ними. Что сейчас думаешь? А было сейчас то, что полицейские ППС возомнили себя ДПСниками и решили документики проверить, на что они, конечно, права не имеют никакого. И выяснилось то, что у молодого человека страховочки нету. Понимаешь? А зачем у него право? Не знаю, в отделение зачем-то везет. Страховку делают? Страховку делают, походу, ну, да, повезли, да. За 1000 рублей, наверное, за сколько там? Да, за 1000 рублей страховку делают, повезли.